теперь встречаем его соперника из Владивостока, Ярослав Новосель! Судья Евгений Андрюшко, судьи Максим Гришин и Алексей Галеев представляют соперников. И первый бойца слева от меня. Ему 22 года. Рост 178 сантиметров, вес 75,3 килограмма. Обладатель первого дана. Он обладатель Кубка Европы 2018, представляющий Федерацию Кёкюшин Карате России из Новосибирска, Павел Фефелов. И его соперник справа от меня. Бойцу 22 года. Его рост 181 сантиметр, вес 85,2 килограмма. Первый дан. Призер чемпионата России 2019 и чемпион Дальневосточного федерального округа 2019 года. Представляющий клуб «Ипон» из Владивостока, Ярослав Новосель! Так, твой раунд.
Сам доставай. Отлично. Доставай. Менять. Жестче. Менять. Хорошо. Я аплодисменты его сопернику Ярославу Молозеву.